Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. Когда пришли зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое».